находился на пробном соглашении. Провел 3 матча, набрал 3 очка, но затем заключили полноценный контракт. 3-3. За 10 секунд до конца второго периода сочинцы сравнивают счет. Немного не дотерпели до сирены подопечные Крейга Вудкрафта. Буквально вносит эту шайбу в ворота южане. Не сумел ее зафиксировать Патрик Рыбар. Ну и вот этот гол, кстати говоря, пожалуй, не вытекал из логики происходящего на льду. Скорее, минчане были ближе к своему четвертому, чем южане к своей третьей шайбе. Ну, мне кажется, что Рыбар в этой ситуации мог сыграть и получше. Все-таки вот этот бросок Мищенко был не самым сложным, и нужно было шайбу прижимать.